Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет. Римма Петровна Алдонина. Детский поэт, писатель, автор книг по искусству, а также заслуженный архитектор Российской Федерации. Писать для детей Римма Петровна начала поздно. В 1986 году в журнале «Колобок» было опубликовано первое стихотворение для детей. Вообще Римма Алдонина известна широкому кругу читателей как автор исторических и познавательных книг для детей. Но помимо этого у нее есть еще и замечательные детские стихи, которые издавались в основном в журналах «Костер», «Миша», «Трамвай», «Веселые картинки» и других. На стихи Риммы Алдониной написано около 20 песен. Давайте мы с вами послушаем одно из ее стихотворений о маленькой мышке. Римма Петровна Алдонина «Красота спасет». Укоряет зайка мышку. Незаметная ты слишком, даже в шубке цвета нет. Серый, разве это цвет? Ты бы, мышка, нарядилась, появилась, похвалилась, ты б красавицей слыла. Мышка зеркальце взяла. А потом в нарядной шляпке, с новой сумочкой на лапке, вдела маленькие ножки в ярко-красные сапожки и явилась во дворе, как цветочек на ковре. Все зверята к ней спешат. Ай да мышка, хороша! Только хмурый черный кот к яркой мышке не идет. Неудобно же коту съесть такую красоту.